Как отметил Вениамин Кондратьев, на майские праздники на Кубань приедет большое количество туристов, а это двойная ответственность не только за безопасный отдых жителей, но и гостей края. В регионе созданы больше 400 резервных групп из казаков для немедленного реагирования на экстренные ситуации. Также по поручению Вениамина Кондратьева под контролем правоохранителей, сотрудников МЧС и глав муниципалитетов должны быть все популярные места отдыха.